Несколько слов. Виктор Иванович Коршунов, профессор, народный артист Советского Союза. Спасибо. Вы сами понимаете, как это непросто, когда приходят к тебе молодые люди, а потом через несколько десятилетий вдруг смотришь мастеров. Первое, мне искренне хочется поблагодарить прежде всего Дом актера за то, что он снова возобновляет взаимоотношения с домами актеров наших регионов и с театрами провинции. Это прекрасно. Чему подтверждение сегодняшняя работа наших актеров. Потому что сколько же там молодых, интересных и не только молодых, талантливых актеров. Москва должна знать, столица должна уважать провинцию. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Вы сами понимаете искренне, какое волнение испытываешь, глядя на вас. Я отлично помню, как Жанна каждый раз, когда приходила на экзамены, все время оставалась в своем коричневом платьице. Она так поверила в удачу на первом просмотре, что она все время уже и снимала его. Ну, Володя вошел тогда красавцем, на другом курсе он был, но курсы друг друга знали, любили, уважали, просматривали. И отлично помню, какое внимание к нему было со стороны педагогов, как ценил его Михаил Иванович Царев, который работал с этим курсом. И вот перед нами молодые мастера. Спасибо вам за то, что вы не подвели нас и наши, так сказать, труды. Лишний раз получаешь радость от того, что думаешь, не зря, значит, все-таки ты мучил и пытал этих людей. Жанна. Народные артисты России Жанна Романенко и народный артист Советского Союза Виктор Коршунов. На сцене народный артист России, лауреат государственной премии РСФСР Владимир Борисов.